Всем привет! Сетевая партия в шестую циву с определенными условиями. Ни один из зрителей. Пока союз ты не заключил, ты не пишешь в личку. Да, никаких потенциальных. То есть вот ты в союзе, тогда и обсуждаете. Когда вы в союзе, тогда вы в привате. В общем, смотрите. Во-первых, мы на континентах. Да, 10 человек на континентах играем. Во-вторых, в игре можно только один союз заключить. И этот союз до конца игры уже. То есть союз вообще нельзя прекращать будет, постоянно его продлевать надо. Дальше. Можно одновременно иметь две дружбы. Две дружбы одновременно. Это уже можешь с разными. Но после того, как весь мир выйдет в эпоху атома, дружбы заключать нельзя. Это получается не ФФА, а командный. Кроме того, нельзя обсуждать голосование в Конгрессе. То есть оно проходит абсолютно тайно. То, за что, что кому выгодно, за то и голосуется. Просто тайное голосование. И что еще? Запрещены термоядерные ракеты. В общем, я думаю, интересно будет. Так, ну, в принципе, место хорошее. Единственное... Я думаю, отсюда сюда может встать. Но я еще не загрузился. Туда нормально. Ты нормально ходишь. Ну там влезет загрузка, город. Загрузка, пожалуйста, подождите. Тут еще... Не, наверное, тут останусь. Метки не ставить, это самое главное. Тут останусь. Давно загрузился, давно поставил город и разочаровался в этом начале. Сразу с разведчиков. Ну, тоже дерьмовенькое место получается такое. Ну, есть как минимум риф, то есть какие-то соседства. Какое-то соседство будет. А у нас новое или стандартное, я забыл? Стандартное. Новый. Да нет, новый. Не разделили. Давайте животноводство. Напомню, что Индонезия делает. Новый мир континента. Морские юниты можно будет покупать за веру. А мы на континентах играем, это, мне кажется, важно. Религиозные юниты не тратят очки перемещения при подгрузке на корабль и выгрузку с корабля. Это не особо интересно. Две веры для центра города за соседство с клетками побережья или озера. То есть вот здесь я уже две веры, видите, вот уже капает две веры, получаю. Дальше. Клетки побережья и озер дают небольшой бонус за соседство священного места и кампусу. То есть вот здесь, например, это побережье. Значит, что здесь кампус рядом с этим рифом на плюс 3 становится. У меня же не в этом, не в ученичестве, да? Ну, там, где это железо. Ну и довольство от развлечений тоже рядом с этим. Джонка, уникальный юнит в средневековье вместо фрегата, очень мощный, тем более он за веру покупается. И, наконец, кампонги рядом с рыбацкими лодками, то есть вот здесь кампонги будут офигительные. Поехали. Ну, если расскажешь. То, возможно, тебя здесь забанят. Нет, там матов нет. Так, ну вот сюда влазит город, да? Сейчас данный игрок... Как минимум. ...из этой игры, да? Точно поставлю сюда. Тебя еще по голосу определить легко, кто это говорит, как бы. Плюс у нас, кстати, ну, соседство на побережье и священное место имеет. И значит, что он, говорит, сюда я поставлю на плюс 3. Священное место. Я думаю, что так и надо делать. Ну, религию, понятно, за Индонезию надо бы религию получать, согласитесь. Блин, у Галов такая забавная музыка. Первый раз такое слышу. Вообще другой этот. Я еще тут поисследую. Ну, я вижу, что здесь уже вот тут река какая-то есть. Явно здесь тоже город ставится. Ну, она на побережье, потому что все, что на побережье, считайте плюс. Не готов. Плюс 2 к... Вере. Это получается, если я заблочил кампус, правильно понимаю? Да. Ага. Так, первая руинка, тут, кстати, это озеро, интересно. Да? Тут какой-то странный город будет, скорее всего. Вот тут хороший. Меня расстраивает пока что. Тут хороший. Единственное, что вот минус, это вот тут, что будет идти. Рафнир? Как его? Рафнир, а ты что-то озвучиваешь, признавайся? Да не сказал бы. Забавный голос. Будет затопление.
разведчика дали. Ну, кстати, норм. Так, я думаю, что это руинка. О, по жизни. Блин. Это странно немножко. Так, Terra Australis нашли. Так. Я заберу свои слова, пожалуй. Пока что мне надо даже начинать. Раз, два, три. Блин. Тут, конечно, надо будет подумать, посмотреть, как сколько тут озеро занимает. Но немножко странное получается, да, расположение. Так. Очень крутая рыба на рифе работает. Ну, я дострою, пускай требует уже скаута. Вообще не помешает наличие скаутов. О, ГГшка священная. Ну, я бы, конечно, хотел чудо природы какое-нибудь найти. Так, Маджапахит. А где мои лошади? А мы со стратегическим балансом вообще играем. Так, а у нас не этот, не стратегический баланс по ресурсам, да? Или баланс? Гарантированные. Гарантированные? Ага. Угу. И где же мои гарантированные лошади тогда? 95% говорят. Баланс стоит. А ты на кого играешь? Просто если где-то в местах, а вот они. Не могут появиться лошади, то их у тебя и не будет. Я понял, почему я их не увидел. Сейчас разок, я перезагружу комп, если. Так, что ускорили астрологию? О, это здорово, кстати. Пошли прям в нее и пойдем. Давайте в нее и пойдем сразу. Так, тут рабочего, значит, купить дороговато. Есть. Ой, Шенгети еще крутая ГГшка на религию. Да, но только мест у меня особо... Ну, три города я поставлю. Так, что у нас... Может, опять таймер уберем, нет? А он загрузился. В этот ход. Ну что, на рыбацкие... Наверное, на рыбацкие лодки надо брать. Где оно? Вот. Приятно, конечно, за Индонезию на седьмой ход уже принимать пантеон. Просто при этом ничего не делая для этого. Так, ну видите, я сюда уже священное место не поставлю. Смотрите, вот здесь куда-то тоже кампус влазит. Хотя вот здесь вот ставится, например, да? То есть вот тут плюс три. Собаку на кошек. На разведчиков. А, кстати, я так и не понял, что это делается. Это погладить кота либо кошку. Но... Ну, они сделали, но он даже не работает. Там только собаку гладить можно. Там анимация. Да. Ну, я так и не понял, что она дает. Просто берешь и гладишь, там анимация. Я понял. Слушайте, тут горы такие, они... я кем-то тут защищен от кого-то. Кто не видит. Как говорится, там непонятно, когда он, когда спавнится собака, когда кот. Я, блин, хас забыл, еще здесь затапливаются реки. Блин, мне мореходство, конечно, еще надо. Но сначала астрологию, чтобы религию принять. Один раз забыл, и ты забыл. Где ж мы будем тут священочку, не жались? Да.
Ну, город я все-таки, наверное, сюда поставлю, в четырех клетках. Думаю, на Кале, может откормить своих варваров ближайших и потом их туда чик-чирик. Он туда. Подожди, еще этот ход, подожди. А. Видимо. Привет. Ауч, это я что-то... Что, мы пока будем с тобой первыми друзьями? Видимо, так. Сильно зашел. О, получается, если так. Союзники плюс две дружбы, получается всего три дружбы можно, правильно? Да. Все. Но дружбы они ж не навсегда, то есть ты можешь с одним подружить, потом... А это я знаю. Это вопрос. Да, да. Ты же знаешь, что нападать на Вьетнам смысла не имеет. Да, его не останавливает. Зависит от того, какая там территория Вьетнама. Там, Митя, но... этот ход рассинхрон, возможно, можно и бесконечный. То, что я вижу, здесь лесов достаточно. Сейчас я вышел. Же похит. Ну не знаю, я считаю, что сюда и сюда надо ставить города. Комп. Это точно. Бесконечный. Так, теперь. Ну, Митя это всегда. Ну на самом-то деле у него порой это проходит, игра нормально до конца играется. Лошадей обработаю, рис обработаю, что на плантацию у меня тут есть. Время поставить метки. А вот тут ребята у нас какое-то чудо. Так что я астрологию бы и так ускорил. Мне сейчас максимально стыдно спрашивать, как ставить метки. Смотри, внизу, там где есть линза, настройка карты, есть потом отметить. Шоколад, отметить, то есть у меня тут на плантации дофига. Тоже всего. Дальше все. Сам уже разберешься. Дальше я уже вижу. Блин, знаешь, я был уверен, что если я возьму Вьетнам, ты будешь рядом. А тебя тоже не устроит эта равнина? Ну, здравствуй. Меня? Да. Так, тут Гал, и он это чудо первым увидел. Я о том же. О, Йосемити, кайф. Да. Да не, брат. Ну это такое. Гесаты. Там другое слово по-французски. Гесаты приятненько. Лёша, ты разговариваешь с нами? Что? Говорю, здравствуй, мы встретились. Здорово. Так у тебя тут ник один, а в Дискорде другой. А. Как мне понять, что это ты? Прости. Ну, у меня просто... Ну, короче, ладно. С таймером чуть-чуть завтыкал, поэтому не ждите до конца. Я к тому, что мы достаточно близко. Да, но я морская цивилизация. Понял. Просто ты видишь же справа, что находится? Ну, чудо. Я предполагаю. Ладно, ну, я думаю, мы как-то тоже его поделить можем. Ну вот, меточку поставь, чтобы просто мы не конфликтовали. Да я пока не знаю, где я там буду ставить. Я все равно пока буду по побережью ставить. Просто это чудо. Раз, два, три, четыре. В шести клетках от моей стольни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В семи клетках от моей стольни. Так, Ганди, а мы с тобой где встретились? Надо Гала найти. Так, тут сразу Пусилов. Я бы хотел узнать у вас двоих. Не знаю, я его пока не видел. Я еще метку поставил тебе. Я посмотрю по лояльности, и вы очень близки. Да. Леша, потенциально тогда будем дружить? Да. Да, быстро понаходились. Это ж твоя эта стольня снизу, да? Блин, тут кто-то, конечно, за горами будет сидеть. Далеко? И загорать. Так. 10 клеток, наверное. Сам будешь. А кат тоже первый. Зашибись. Так, теперь рис надо обработать. Дима, это чего верно? Блин, Леша, я надеюсь, ты же не будешь воровать в лагерь. Потому что каким образом я могу его своровать? Не, ну вдруг там разведчиком станешь, разграбишь. Ну, я просто с разными людьми играю, вот просто. Не, я могу своровать, ничего не скажу. Но в данном случае, пожалуй, просто не могу туда встать. Все, договорились. Так, ладно, пошли отсюда. Сверху пройдемся. Все, я уже
три нашел города. Дима, ты под собой еще кого-то нашел? Под собой нет. Только чудо хорошее. Нет, не нашел или нет, еще пока не нашел? Нет, не нашел никого там. Дружить будем, посел, дашь провести без прикрытия? А ты дошел до края? Ну, туда какую-то метку поставил, я не против. Плохо. Ну, просто мне посел это дано без прикрытия. Просто... Да, веди без прикрытия, не буду. Еще раз. Я успел найти чудо, до того, как ты не успел. Мне даже занял 2 очка эпохи, значит, я первый. Ну и факт, может, просто... Ну а что, тут на самом деле места дофига. Тем более, что я буду ставить не рядом с чудом, а вот здесь. Ну, может быть, рядом с чудом и стоит, типа, ну, ради очков эпохи. Ну, тут надо подумать, где. То есть, наверное, где-то здесь должен быть город еще. Но, опять же, мне сначала по побережью надо. Что-то как-то места дофига. Не знаю, кто тут у нас снизу еще, правда. И, наверное, надо найти того, кто снизу. О, руинка. Так, кстати, вот этого скаута... Я вчера на Китае, который за торговую вот эту делегацию получает озарение. Хубилай Манковил, Китай. Китай, да. Оказался один, брат. Хорошее место у него здесь. 6 городов играл на маленьком острове. Брат 7. Нет, седьмой город был на другом острове, это уже я через море там проплыл. На моем, в котором я появился, было 6 городов. Ну, в общем-то, 7 было. 6 у него городов основных. Ну, мне кажется, все-таки я прав, что взял на рыбацкие лодки пансион. Я не вижу, какой тут другой был бы хороший. Соседство тропических лесов, так их мало. Знаете, мне бы за Маджапахит, наверное, вот сюда поставить все-таки священочку. Дима, ну ориентировочно у меня вот здесь будет города стоять. То есть мне надо идти и этот скот собрать. Жердишь, там нет особо хорошего места. Какие у меня дали, я ими пользуюсь. Так, вот тут интересно, ну, сюда тут точно никто не займет, я поэтому лучше вниз пойду. Потому что я не вижу, кто здесь, где он, и, возможно, он тут может занять место. А вдруг тут еще места для моих городов дальше есть, я не знаю. Так, вот этого скаута надо поймать, он явно с этого лагеря был. Угу. Походу, свое уникальное здание я не в этой эпохе буду строить. Ты кто? Апиды ты имеешь в виду? Ага. Где я убрал скаута? Да, я вижу. Я ждал. Так, ну, наверное, да, надо идти туда вырубать. А скажите, пожалуйста, вот если у меня вулкан и к через не ускорю мастерство, район, вулкан будет на его как-то разрушать? Одну клетку вокруг себя. Даже если эта клетка через реку идет. Конечно. Да. Откладываю производство. Спасибо. Для того, чтобы... Ты когда нажимаешь на линзу поселенца, там показано, какие клетки вулкан заливает. Для того, чтобы сразу вижу, священное место сейчас игра, начать строить. Город поставил, район поставил, и что-то ни разу через речку. Не обязательно взрывается. Сейчас мы посмотрим, но я думаю, что вот здесь будет на плюс 4. Конечно, там, возможно, вы скажете, кампус вообще-то лучше поставить, но... Нет, плюс... А, там малый бонус. Малый бонус. Так, кого встретил? Атинью. О, строителя дали. Так, это здорово. Ну, в любом случае, оставлю сюда, наверное, священочку. Вот это, конечно, Финикия хреново. Комедный рудник считается за рудник для добычи ресурса? Да. Так, ну а тебе куда-то снизу пришел. Привет. Столько боли в этом голосе. Никакой боли. Счастье. Счастье-то какое. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, да?
Здорово, что я перестал отваливаться, это вообще шикарно. Практически. Практически так есть. А то он там релёк уже... Блин, не, овец надо. Блин, и мастерство отложить, чёрт. Негодяй. Чёрт. Так, это я письменность, чтобы в мореходство. Так, пошли. Овечку. Это все враки. Такого не было. Так, а тут я лояльность. Ага, Финикия просто вот внизу где-то конкретно у него столица. Получается. Как-то мы реально широко. Тут что-то так место. Слушайте, мне кажется, или у нас дофига места здесь? Вот на нашем континенте. У нас снизу есть человек еще. Ну, я Атинию тоже нашел. Но, по-моему, между нами тут как-то дофига. Что территории. Это же хорошо. Будем синить. Сено. Так, мастерство подкладываем пока. Дима, короче, на нашем континенте больше никого, да? Да. На нашем континенте, говорю, больше никого, да? А может вырубить здесь на священочку? Хотели защитить кого-то? Ну, тут уже прикол получается, что у нас 3 человека на одном континенте. Но пророка еще никто не читает. И поэтому я один скажу. Давайте я, наверное, вырублю. А, я не открыл эту теху. Черт. Приветствую. Ракмир, привет. Опа-па. Слушайте, а вот тут-то пантеон... Ой, пантеон, кампус. Тут кампус крутой точно. Знаешь, как шикарно, твоего посила поймал. Что сделал? Что MLF, я знаю. Знаешь, сколько у меня в этом городе строится рабочий? Слушай, Катиня, опять на MB сидишь? Олени 3-4-2, ну что это такое? А, посил. Это он называется. Посилу не надо. Это я-то знаю. Рахмир, а ты собираешься селиться вниз? Вниз? Нет, вбок, да. Ну, вбок, окей. Именно сам низ нет, у меня тут есть сбоку территория, которую я хочу взять. Слушайте, ну я, наверное, может и здесь могу селиться, судя по лояльности. Если видел, где Лукан находится, это моя последняя точка, где я хочу город поставить. Я тебе кинул предложение, Рафни. Так, а Атини и Эдуард, вы еще кого-нибудь нашли, кроме друг дружки? Нет, пока нет, но я не сильно разведывал вправо, потому что база 2-1. А, вот видишь, венгр и канадец. Я тут своим гисаром разведаю, если что, скажи, куда мне не ходить, чтобы я тебе что-то там не заблочил. Да не ходи. Я уже там все поставил, что хотел. А, ну... Подожди, а кто у нас... у нас же Испании нету. Наверное, Пиренеи это все-таки к галам относится. Ну, я в этом не силен, так что может быть. А, нет. И, короче, Германия у нас тут еще. Ну, ну вот видишь. Ты говоришь, места много, уже мало получается. Леш, так вы, получается, слева тут, да? Да, ну, у тебя сосед гал, скорее. Ой! Митя мой. Ой! Это получается немец и гал, да? Что а такое, что Митя? Митя вот хороший оно. Человек, да. Кто-то еще не разговаривает с нами, живет на отдельном континенте. Либо он тут, но мы его еще не нашли. Угу. Да я сижу тихо, надеюсь, что меня не найдут. Шикарно будет. Блин, а мне надо шикарно. Как-то на корабле открыть. Что на корабле дает карточку мастерства, по-моему? Нет. Блин, международная торговля далеко.
Привет, Гал, да? Ну, здравствуй. Ты далеко? Да нет, брат. Я достаточно близко. Печально. Да нет, будем дружить. Караваница. Ага. Я кому не доверял. Вот, никто мне не верит. Да делайте из меня кого-то. Кто-то уже читает на пророка. Волка. Козла отпущения. А тени на минималках. Ну ладно, это похвалили хотя бы. Ну? Дела-то плохо обстоят. Просто хочу больше производства. И надо починить, потому что у меня до сих пор мастерство не засчитано. Ну, кстати, Митя, а ты где живешь, кстати? За этими горами недалеко? Возможно. Не, ну я-то лояльность вижу, ты не пойми меня неправильно. Я-то просто имею в виду то, что если там караванчики через горы, ну, я ты можешь сделать такое. Сейчас подержал два заряда, как раз обработать рыбу и китов. Ну, да, как вариант, да, но ты также через это улучшение сможешь ко мне пускать солдатиков, а мне это не надо. Митя, ты же знаешь, один союз, союз навечно, у нас новые правила. Ты не можешь переживать за это, точнее, можешь не переживать за это. Ну, так ты дай сперва. Ну, это до союзов мы еще должны дожить. По факту. Мить, ну если ты представишь, что у тебя такая будет ранняя агрессия, то ты зря беспокоишься. Не знаю, не знаю. Я однажды играл с Майлайфом, я урок свой усвоил. Так подожди. Я надеюсь, ты не разграбишь этот воровский клан? Я уступлю. Что? О, там еще стакан сока у нас. Кстати, да, я на самом краешку континента тут живу. Три дружбы максимум. Две. Две максимум. Три дружбы, две, а потом дружбы трансформируются две дружбы. Не-не-не-не. Две дружбы. Потом две дружбы. Это две дружбы. Это не три дружбы, пока нету союза. Это две дружбы. Так я же тебя уточнял, ты же сказал, что можно три, получается. Ну я понял, что ты про союз спрашиваешь, типа, что это не складывается. Я не так понял. Две дружбы это две дружбы. Подождите. Все. То есть одна из них потом перерастает в союз, и все. Да, и тогда ты можешь еще одну дружбу заключить, но две дружбы это две дружбы. Вот, после одного союза еще плюс две дружбы, правильно? Но только после союза. Почему плюс две? Плюс одна. Типа ты дружба. Ну, я имею в виду. Короче, я не знаю, что вы обсуждаете. У вас должно быть две дружбы. Все. Просто две дружбы, понимаете? Две дружбы. И один союз. Так, три хода. Да, что-то я встретил Индонезию, а у меня не высветилось в цивиках цивилизации, что типа я ее встретил. Так я тебя не встретил? Наверху нету. Я тебя не встретил? Почему ты сейчас, ну, что вот ты меня встретил? Ну вот, твой разведчик Индонезия. Увидел, Дима, я твое чудо. Мне тоже понравилось. Вот теперь мы встретились. Сейчас мы встретились. Ничего не треснет, Дима. Ты знаешь, это не я выбирал. Понимаю. Но вопрос насущный. У меня тоже кажется, что оно имбалансное. Ну что, пойдет Финикия, наверное, нападать, я так понимаю. Много. Да нет, кстати, там достаточно далеко везти. Но чудо-то мы определили верно. Да, мы и ваше определили верно, раз оно так. Слушай, какое наше? Ты же сказал, на море. Надо сейчас поселенца, нет, наверное. Мне, наверное, нет. Придется купить галеру за веру. Я ошибся. Ну, думай так, брат. Думай так. Эти мейнгеймсы, конечно. Инк пророка, о. Блин, тут такая запара, если я не открою железо, я не сделаю ускорение на свой этот уникальный район. А если я открою железо, есть шанс, что он заблочит вообще все, что я расставил. Вот, и к чему доверять в этой жизни? Ну, вот сюда город накорми мир.
А то я там чуть-чуть АФК... Трудовая дисциплина. Ну, мне трудовая дисциплина тут не нужна. Тебе такой город пойдет? Но клетка была, болото я все равно выкупил. А как тут немец вообще прошел? Тут, что ли, снизу? Здорово. Не, Леша, ты был неправ. Говорят, что у нас очень много места. Я уже нашел половину лобби на нашем континенте. Ну, так логично. По идее, пятеро и должно быть. Не знаю, так, кого мне взять? Я слышу, но я не знаю, не уверен насчет твоего города. Меня вообще слышно. Да слышно. Магнуса слышно. Или Пингалу. Так, брат немец, вниз не селись, пожалуйста, иначе будем... Мне очень слышно было. Тебе вновь все? Ну я же говорил, где я буду последний ставить. Там видел что-то. Я же сказал, я не уверен насчет твоего города. Ты мне ничего не говорил, брат. Какого именно города не видел? Насчет какого города ты не уверен? Насчет того, который возле вулкана? Магдербург. Будем теперь уныние распространять. Так, что у нас тут есть? Торговые пути со священными местами денежку дают. Счастье. Наверное, на культуру возьму. Ты собираешься как-то ниже ставить город еще на Одере? Так, а тут Гурдвару я люблю брать. Да, на Одере, все правильно. Кинь, пожалуйста, метку, где ты хочешь его ставить. Сейчас покажу. Чудеса древнего мира. Кто это говорит? Содержание юнитов не нафиг надо. Какой у них, скажи, пожалуйста? Митя. Митя, секундочку. Блин, у меня до сих пор мастерство не ускорено. Нет. Чё за хрень? Раз, два, три клетки обработано. Ну, по идее, вмещаемся. Твоя фигня. В этот раз я решил Магнуса взять, потому что я тут вот эти три клетки буду вырубать явно. Попробуем. Так, сколько стоит купить галеру? 60. И я не первый, кто сделал. То есть... Первый у нас Атинью явно. Дима, там справа у тебя. Так, куда мне лучше выйти, чтобы попытаться... Ну, я бы, блин, конечно, сюда шел, чтобы увеличить силу. Так, давайте в колесо. 28. Да. А блин, а рудник для добычи? Вот, сначала, значит, рудник надо открыть. Нет, нормально. А у нас нет рудника для добычи знаю, ресурсов. Я наверное, счет этого города. Я же сам поставил. А, нет, есть вот на алмазах. Потому что это рядом с моей столицей. Ой, Атинья. Привет. Я вас не слышу. Релёк. Брат. А брат ли ты мне вообще? Если Феонор поставишь туда третий так, город... Так, 5 ходов и 3 очка, да? Атинья это тот, кто... Я уже всех встретил. Ну, я знаю, что слышу. Город, значит, не ставится. Ты мне дружбу кидаешь, я не могу с вами. Он, скорее всего, не поставит, потому что я буду сильно против. Блин, может, мне под чудо как-то город... Хотел бы я, конечно, еще расположиться вот тут, вот очень сладенькое такое место, но, скорее всего, мы тут не влезем уже. Брат, к сожалению, я не знал, что только две дружбы можно, я думал, три можно, так что у меня заняты пока дружбы. А подскажите, ну, вот, пожалуйста, ускорили. Кто-нибудь убил или он еще живой? Ты можешь сам посмотреть. Международную торговлю надо идти, потому что тут карточка на морские юниты. Если он стабильный вместе, значит живой. Ну, такой город спрашивать нет смысла, но я все-таки чего поставлю.
Да, он просто тут разведчик бегал. Город, так что, скорее всего, встали. Да, вот тут немец вышел. Так, поселенец. Посмотрим, как кампус у нас. Я подведу поселенец. Плюс 4. Еще раз территорию и скажу. Ну, надо ставить, наверное, кампус, я думаю. Хороший кампус. Рабочего я бы купил за деньги. Ну, когда Магнус сядет, 115. Блин, я неправильно гал, я выкупаю клетки, а мне же надо обрабатывать, да, и бесплатно получать клетки. Да. Да. Неправильный гал. Так, слушайте, а тут кто на другом континенте у нас? Мы на одном континенте с галлом. Финикия там уже набивает. А, он, видимо, гавани не открыл. Видимо, гавани где-то... Я даже знаю, что это за уныние. Что знаешь? Знаю, что за уныние. О чем? О религии. Ну, защищает лагерь. Ну, я бы, конечно, на каком-нибудь лагере мог получить, но нету нигде рядом. Не угадал. А чего ж не защитника? И ты его апнешь потом. Если останется, возьму. Мне кажется, кто-нибудь специально возьмет. Блин, ну у меня тут немного вообще мест. Мне еще придется где-то тут ставить явно город на побережье. И тут бы как-то вместить. Блин, какой хороший таймер. Можно и кофе попить. А то обычно только полотенце надо нести, чтобы пот вытереть. Не благодари. В смысле за полотенце? А тень, я вот тут город хочу поставить. Ты понимаешь, что мы сейчас с тобой разграничены горами, а так у тебя будет один город вне горы? Так а зачем мне горы? Я морской. Гала, ты к вулкану хочешь этому городу? Мне на побережье надо ставиться. А, сначала кстати, скажи, кто это говорит? Но это Фианор. Говорит венгер, венгер. Ну конечно, брат, Фианор. Это мой четвертый радиус, пятый. Фианор. А куда ты хочешь? Ставь мерч. Брат, я еще не разведал. Фианор, я подумал, насчет второго твоего города... Ну, если я... что, я очень агрессивно буду настроен, если вы мне будете подселять. Раз, два, три. То есть только... Блин, на кукурузу не влазит. Не очень... Ну, прости, я гал. Я думаю... Влазит только вот сюда, не на побережье, ты, понимаете? Ты что там про город Вьетнам говоришь? Ты, скорее всего, не поставишь, потому что я вспомнил, что у нас черт. Индонезия. Так что... Индонезия не хочет противоречить. Прошу, брат, подстроиться под меня. Ну вот и я и спрашиваю, куда ты. В смысле, куда? Что с Индоном? Не разведал, у меня было что-то еще инки по тут проходу, я не могу, я не вижу. Города на море, учитывая, что у нас Индонезия. Если бы я не разведал, куда построиться, то я бы не спрашивал, поставил туда сразу. Я пока еще что не разведал, не знаю, есть тут второй или нет. Пока я в труду заключать не буду. Ай, блин. Ну, кстати, я сейчас за кампус получу кучу очков. О, точно, вот я выхожу в золотой век, точно. Забыл совсем, что за это я получаю. Так, где гавани? А Тини, так ты ничего не сказал по поводу города? Ну, скажем так, я бы хотел там город свой поставить. Если у тебя прям совсем нет места, то в принципе... Ну, это последнее место, где я могу на побережье поставить. А... Под вулкан, ты говоришь? Так там же море. А ты где живешь? Венгр. Нет, какое там море. Или это залив, или что это? Или... Ну, это не озеро точно.
ну, ниже твоего разведчика есть вулкан Тунгурара. Ну, ты понял. Так. Строители. Тут нам еще 5 ходов до международной торговли. Ну, надо еще галеру в любом случае. Но я метку кинул. А, ты под нижний вулкан? Но. Не разведал, не могу сказать. Но не вижу. Ладно, строители здесь пока. Но я бы стольню хотел свою и снизу тоже прикрыть. А это какой радиус у тебя? Ну, явно не четвертый. Ну, вот я, ну, если еще ходом повышу. Не уменьшает население. Ну, я буду за веру покупать в Маджапахите поселенцев, как вы понимаете, расселяться. Блин, почему, когда я играю рандомный тихий, все через религию открывается? Нужно верить, брат. По факту. Рудник, каменоломню, трех варваров, ничего не ускоряется. Ладно, давайте, наверное, пока это, чтобы железо открыть и в мечников выйти, например. Метку, типа рыба. Это не слишком далеко от твоего города? Я там тоже хотел ставить. Где именно? Ну вот вулкан Убинас и правее. Это от моей стороны. Я в гавани хочу. Ну да, все правильно. Это я хотел, говорю, там бы, в идеале. Надо в гавани. Если это. Да, и походу вышел в Финике в гавани. Выше. Ну, судя по всему. Я буду их клепать. Так что по городам. Будешь? На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас.